А вот если бы у тебя все было: деньги, известность, дома, машины, внимание красивых женщин, чего бы ты больше всего боялся? Проснуться. Господин капитан, почему большинство кораблей носят женские имена? Если бы вы знали, как ими трудно управлять, вы бы не задавали глупых вопросов. Прогноз погоды на вторую половину октября. Будет тепло, если стоять возле мангала. На 69-й странице инструкции по эксплуатации автомобиля «Лада» есть расписание автобусов. В магазине нам 3 бутылки водки. Ваш паспорт, пожалуйста. Нам не в кредит, у нас вся сумма с собой. Как вы стали космонавтом? Куда-то не туда ткнул на госуслугах. Официант, повторите. Повторяю, я не официант. Мне до слез грустно и одиноко. У тебя же куча питомцев. Мне грустно, одиноко и все вокруг в шерсти. Я бы сказал тебе, что люблю тебя, но ты же, сука, запишешь это на диктофон и дашь жене послушать. Как ты не устаешь лежать круглыми сутками? Я переворачиваюсь. Ой, Яша, душа болит. Так лечи. Тогда болит печень. Какую прикажете подать машину, сэр? Велосипед. Я еду в налоговое управление. Изучил состав любимых сосисок, котлет и колбасы. Указала, что я страстный вегетарианец. Этих банкирах фиг поймешь. Сначала рассылают СМС: бери деньги. А как только возьмешь деньги, начинают названивать: отдай деньги. Уже определились бы. У меня получилось. Я задул разом все свечи. А теперь бежим, пока прихожане не дали нам трендюлей. В связи с пандемией мужчинам разрешено приглашать женщин не в кино и ресторан, а сразу к себе домой. Когда медным тазом накрывается интернет, у каждой из нас автоматически активируется функция «хозяйственная женщина». Как зовут вашу вторую половину? Это не половина, а треть. Жена в командировке. Кем я считаю себя по отношению к кошке? Хозяин. Кем кошка считает меня? Оператор двери. Ум позволяет русскому человеку выживать в тех условиях, в которых он мог бы просто жить. Я не умею водить машину и не стыжусь этого. Зато видели бы вы, как я езжу на метро. Залюбуешься. Компьютерные игры действительно очень пагубно влияют на психику. В детстве я играл в змейку. Теперь постоянно ем всю еду на своем пути и увеличиваюсь. «Все эти звезды я дарю тебе», — сказал мальчик и ударил девочку железным тазиком по голове. Как показало ношение масок, самое ценное, что есть у россиян, — это подбородок. Когда мужчина остается дома один, его холодильник набирает до 100 просмотров за вечер. В садике я мечтал о школе, в школе – об институте, в институте – о работе. Эх, блин, и чего мне в садике не жилось? Если смотреть фильмы с Джеки Чаном в обратной перемотке, то получится кино о человеке, который в драке собирает мебель ногами.
А правда, что человек произошел от обезьяны в результате эволюции? Ты еще скажи, что Земля круглая. Клаустрофобия – это боязнь закрытых пространств. Например, я иду в пивной магазин и боюсь, что он уже закрыт. Работники частных ритуальных агентств сейчас настолько оперативные, что купили базу данных антипрививочников. А микроволновка работает? Как часы. Что-то она не греет. Я ж говорю, работает как часы. Коворкинг звучит так, как будто бабка в 6 утра голубям под окном перловки накидала. Когда Петруха наконец-то бросил пить и курить, его жена обратила внимание на другие недостатки. Сегодня была очень странная ситуация в поликлинике. Ходил к офтальмологу. Мне сказали, идите в 102-й кабинет. Вас посмотрит глазной микрохирург. Я захожу, а там врач нормальных размеров. Подписываемся, кликаем на колокольчик.